при удалении стима возникает такая интересная проблема. Он сносит нахер все ярлыки с рабочего стола. Это происходит, когда в момент удаления на одном из шагов, где написано «удаление из», не написано никакого пути удаления. Обычно здесь должен быть указан путь, куда установлен Steam. Если путь указан, то при удалении никаких проблем с ярлыками не возникнет. Но если там никакого пути не указано, то все ярлыки нахер пропадают. Это происходит, когда в реестре Windows нет записей о Steam. Почему их нет, тут может быть масса причин. Обычно это связано с тем, что Steam был либо некорректно, либо вообще не был установлен на компьютер. Ну, например, ты либо переустановил Windows и скопировал папку со Steam, чтобы не переустанавливать все игрушки и сохраненки, но не установил сам Steam. Либо же вообще после переустановки винды на основном диске Steam остался на втором диске, либо прогнал какой-нибудь циклинер. Ну, в общем, это связано с реестром Windows. Потому что правильный процесс Переноса уже установленного стима на другой компьютер, либо на тот же после переустановки винды это скопировать сначала папочку Steam Apps, потом на новом компе установить Steam и скопировать Steam Apps в него. Вот тогда все будет заебись. Соответственно, с этой ситуации, когда ярлыки у тебя уже удалились, ничего пфф, поделать невозможно, потому что в корзину они не попадают. Так что придется все ярлыки создать заново. Кстати, кому интересно, может просто взять файл uninstall.exe из клиента Steam, перенести его на машину, где этот самый Steam не установлен. Можно сделать предварительно копию всех ярлычков куда-нибудь в укромное местечко, запустить его, выбрать язык. Появится вот этот вот экранчик, где нету удаления из пустое поле. Нажать удалить, и он точно так же снесет все ярлыки с рабочего стола. Вот такой вот вирус из Стима.